За последнее время Светлана Ходченкова сильно изменилась. Фанаты обеспокоены. Российская актриса Светлана Ходченкова является одной из самых ярких представительниц отечественного кино. Ее внешность кардинально менялась от начала карьеры до сегодняшних дней. Она была милой пышечкой и болезненной худышкой. Актриса доказала, что может быть совершенно разной и играть разные роли. За несколько месяцев Ходченкова похудела аж на 20 килограммов. Как ей это удалось, фанаты гадают до сих пор. Тем временем актриса шокирует поклонников все новыми снимками. За это ее называют дистрофиком и подозревают недоброе. На днях Ходченкова опубликовала в своем аккаунте черно-белый снимок в отражении зеркала. Она предстала в черном удлиненном пиджаке, кепке и в кроссовках, а ее ноги казались настолько тощими, что напоминали спички. Как из концлагеря, пишут фанаты в пабликах, подозревая недоброе. То ли от зависти, то ли от невозможности осознать законы природы, поклонники невольно начинают подозревать Ходченкову в каком-то недуге.